привычные вещи приобретают совершенно неожиданный форм. Иногда ежегодный бал превращается в изящный карнавал с южным темпераментом. Добро пожаловать на 17-ю церемонию вручения наград имени Питера Драйкера, гуру-менеджмента, человека, ставшего легендой при жизни, крестного отца нашего факультета. Понимаешь, закулисье, прекрасная соведущая, да и просто романтика. Ну, раз, Никита, ты так об этом мечтал, думаю, сегодня я смогу помочь тебе исполнить эту мечту. Выходи на сцену. Спасибо, дорогие друзья. Позвольте мне представить вам мою прекрасную соведущую. Я попробую сделать это итальянским, хотя с языками у меня всегда было не очень. Студент. Стоп. Кто так переводит? Кто так прекрасно переводит мой итальянский, друзья? Вот послушайте. Спортсменка, отличница, звезда нашего факультета. Екатерина Зайцева! Спасибо, Никита. А помогать мне сегодня будет наш однокурсник, которого мы все знаем и очень любим. Это тот, который всем своим видом доказывает, что хорошего человека должно быть много.
Алло. Доброе утро. Вы тот самый студент высшей школы менеджмента? Да. Вас беспокоит представитель международного конкурса бизнес-плана, в котором вы принимали участие. У меня для вас есть радостная новость. Вы прошли заключительную часть нашего конкурса. И теперь мы ждем вас в Венеции, чтобы вы могли принять участие в финальном этапе презентации своих работ. Это просто невероятно. Спасибо вам огромное. Если вы станете победителем, то вам нужно будет представить свой проект. Напомните, какая у вас была тема? Организация маскарада, бала маскарада. Что ж, прекрасно. Билеты вам доставят уже сегодня. Вылетайте завтра. До встречи. Спасибо еще раз. Всего доброго. Это... Я не могу в это поверить. Это просто прекрасно. Все как в моем сне. Я, Италия, музыка, песни, танцы. Мечты действительно сбываются. Знаете, как однажды сказал Сергей Александрович Шнаров, праздники поются в будни. Нашей сегодняшней церемонии. Но еще больше нам подходит к тем, кто скоро уже поднимется на эту сцену. Их труд, терпение и концентрация – пример для нас всех. И для награждения самых упорных, самых терпеливых, самых талантливых, да, пожалуй, скажем, самых лучших, самых студентов нашего факультета, на эту сцену приглашается представитель компании Procter & Gamble Павел Коваленко и Евгения Новикова. Приветствовать. Как вам наш вечер? Всем добрый день. Мне очень приятно присутствовать на этой церемонии. Я являюсь менеджером по привлечению персонала для Procter & Gamble Россия. Павел – менеджер по привлечению персонала для ТНЖ Санкт-Петербурга. И на самом деле, вот я хотела сейчас, вот, буквально вспомнилось, да, что 20 лет празднует сейчас Вышаев. И 20 лет назад мы, как друзья детства, наверное, начали сотрудничество, когда Вышаев начала принимать студентов. ПНЖ только делала первые шаги в России. И все эти годы мы поддерживали друг друга, вместе росли. Сейчас, наконец, мы празднуем такую замечательную дату, и студентов, большие студенты, которые, ну, достигают великолепных успехов, приходят в ПНЖ, помогают нам также развивать бизнес. Сейчас мы наградим победителей в церемонии «Фанат учебы». Глазарь Григорий.
Виктория. Вика, поздравляем тебя. Все номинанты получают торжественный обед с нашим региональным менеджером по логистике, менеджер, который отвечает за логистику Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.
преподавателями. Так, сколько времени до отлета в Венецию? Отлично! Я еще успею сбегать в университет. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение путь и опыт сын ошибок трудных и гений парадокса вдруг. Наши преподаватели – это люди, которые не только открывают нам мир менеджмента, но и те, кто вдохновляют нас учиться, исследовать, мыслить самостоятельно, узнавать новое. Это настоящие профессионалы своего дела. Драматичные люди, способные влюбить в свой предмет. А теперь слово предоставляется первому заместителю декана Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета Сергею Павловичу! Высшую! Здравствуйте, Павлович! Спасибо! Я вас всех поздравляю с прекрасным праздником. Это действительно удивительная традиция. И есть много, действительно, много событий в жизни факультета Высшей школы менеджмента, но это единственный праздник, который настолько бурно, настолько вместе всех энергично соединяет студентов, выпускников, преподавателей. И я хочу сказать о том, что когда мы думали о юбилее, на самом деле 20 лет, как вы помните, Высшей школы менеджмента, мы понимали, что это не может быть точный юбилей, там, скажем, имеющий отношение к одной дате. Это, конечно же, целый год праздника. И с точки зрения студенческого сообщества, с точки зрения студенческого единства, я думаю, что это действительно прекрасное празднование. Как и 17-й, другим. Но это действительно 20-й год Высшей школы менеджмента. Это действительно 20-й праздник Высшей школы менеджмента в плане ее успеха, в плане ее развития. Хочу сказать о том, что действительно 20 лет – это большой уже срок. Но самое главное, мы, конечно, говорим о результатах, а не просто о длительности времени. И, конечно, самый главный результат – это ИГИС. Мы все понимаем, что ИГИС – это, ну, действительно, это предел мечтаний многих школ. И я бы хотел еще раз повторить, мы прекрасно все знаем, что на постсоветском пространстве есть только одна школа сегодня. Это школа, Высшая школа менеджмента. Студентам, преподавателям, сотрудникам будет делать все возможное для того, чтобы таких аккредитаций было еще больше, и они еще больше приумножали успех в нашей школе. Хочу сказать, что я не знаком со сценарием, я не знаю, что будет с Венецией, но я могу сказать о другом, о том, что мы за последние несколько недель, месяцев просто получаем вал победителей в разных номинациях, в разных конкурсах, на разных континентах, в разных странах. Это говорит о том, что наши студенты востребованы. Это говорит о том, что мы готовим действительно настоящих лидеров, которые пробиваются на высоты бизнеса, которые добиваются высоких результатов. Мы счастливы, что это происходит. Поэтому я еще раз от души поздравляю всех нас с праздником, с другером, с 20-летием, с ИГИС и с нашими дальнейшими успехами. Ура! Спасибо большое, Сергей Павлович, и теплые слова. А теперь продолжим нашу церемонию. Очень приятно осознавать, что не только студенты черпают вдохновение в лекциях своих преподавателей, но и сами преподаватели вдохновляются своей работой, своими буднями, своими студентами. Они не просто с нами в классах, они еще и творческие люди. На самом деле, есть один преподаватель, который влюбляет свой предмет на 4-м курсе. Он говорит о тех вещах, о которых мы очень часто забываем и не помним. Итак? БАК, переводчик, преподаватель Высшей школы менеджмента Максим Анатольевич Старчевой. Здравствуйте, Максим Анатольевич. Очень рада вас здесь видеть. Для вас это, насколько я знаю, первая церемония. Шашлык. Так точно нет, да? Наверное, мне сказать пару слов для наших гостей. Всем привет! Я хочу сказать пару слов о нашем музыкальном коллективе. АКС!
героический басист, который впервые увидел бас-гитару 3 дня назад. Но эти 3 дня он с ней не расставался. Он спал и ел, убрал ее на работу в банк и даже мылся с ней в душ. И все ради чего? Ради любви к высшей школе менеджмента, друзьям, студентам и преподавателям. А наш фангист и перкуссионист Рома с ним мы познакомились 15 минут назад. Но мы не боимся экспериментов. Сейчас мы проверим звук. Отлично. А песенка, которую мы хотим вам сыграть, называется «Новый интернационал», специально для школы с глобальной неделей. Написал ее русский парень по имени Отто, который живет в Казахстане. И однажды он оказался где-то в лесах под Самарой, в очень странном месте, где было много странных людей. И там же оказался и я. И мы с Отто встретились. И он спел мне эту песню. Ас, зарубай. Можно относиться еще и с юмором. Так, на эту сцену
приглашается проект «Последние ботинки». И Лиза Рудас, а также Сергей Мищенко, преподаватель кафедры информационного и менеджмента. Дорогие друзья, огромное спасибо за ту возможность, которая нам предоставлена, осчастливить вас своим творением, которое мы пока равнодушно не видим. Проект «Последние ботинки». Я все правильно сказал? Да-да, Сергей Алексеевич, вы, конечно, отличный преподаватель. Ой, Лиза, говорите подробно. У вас говорите. Есть живые лекции, семинары. Спасибо. Но петь вы на самом деле не умеете. И актер вы, как говоря, не очень. Зачем же вы занялись абсолютно не своим делом? Лиза, а так уж и не своим делом. Ведь мы с вами стоим перед вами в аудитории и пытаемся изо всех сил привлечь ваше внимание. А кто ваше внимание удерживает? Ваше внимание удерживают лучшие голливудские актеры с экранов ваших ноутбуков, айпадов, планшетов. И мы вынуждены конкурировать за это внимание. Лиза, как же работает в такой обстановке? А я знаю, Лиза, слайды должны отойти в прошлое. Мы будем снимать ролики, мюзиклы, сериалы и играть в них главные роли. И да, мы пока еще играем не так хорошо, как Леонардо Ди Каприо, и поем хуже Мадонны. Но в борьбе за ваше внимание мы победим всех мировых звезд. И пожелайте нам успеха! Лиза, можно мне задать вам вопрос? Вы подбирали актрису на роль блондинки, а потом оставили эту роль за собой. Ну скажите, пожалуйста, зачем одевать парик? Вы посмотрите в зал, сколько там светлых голов. Да вы знаете, дело в том, что ни одна из этих светлых голов не согласилась играть блондинку. Лиза, а вы поняли почему? Ну, у меня, конечно, есть пара докладов. Во-первых, конечно, отдадим должное, они же блондинки. Делать губки бантиком и хлопать ресничками, это они, конечно, умеют. Но все нормально, серьезно. Давайте поаплодируем всем брюнеткам и Лизе, которые выполняют всю работу. Но, конечно же, настоящая причина не в этом. Видите ли, что белокурые барышни в шлем не могут провести дня без 20 часов подготовки, учебы, а также различных семинаров, кейсов, заданий и курсовиков. Да здравствуй, блондинки, большие, самые умные, самые одаренные, самые старательные. Я бы тоже хотела задать вам один вопрос. Как вы думаете, почему вы оставили всю свою работу, бросили все свои дела и занялись тем, что начали петь, играть в кино? Мне кажется, вы что-то не договариваете. Да, есть анализ причины, я рискнул не признаться. Этот эффект называется второе детство, когда нам хочется все дела отодвинуть, к себе придвинуть игрушки ранней молодости и играть в них. И мой приятель написал четверостишье по этому поводу, которое я сейчас воспроизведу. Мы от печали знаем средства, пусть не тревожит сердце спазм. Приходит к нам второе детство. Веселый старческий маразм. За второе детство и проект «Последние ботинки». Встречайте. Одевайте последние ботинки и снимайте ролики. Учеба — это прекрасно.
но все остальное вокруг тоже. Счастья вам! Спасибо вам большое. Спасибо большое. Просим вас пройти в зал. Что ж, Катя, по-моему, уже пришло время представить нам победителя в номинации «Преподаватель года». И мы рады пригласить на эту сцену Николая Балашова, руководителя проекта по развитию обучения персонала банка БФА. Спасибо большое. Рад приветствовать всех в этом зале. С большим удовольствием хочу поздравить преподавателей Высшей школы менеджмента. Мы высоко ценим знания и навыки, которые демонстрируют нам ваши студенты. И, естественно, это в первую очередь заслуга прекрасных преподавателей. Я хочу сказать, что Высшая школа, наверное, является одной из лучших в мире, не побоюсь этого слова. И по праву, наверное, завоевала это звание благодаря высокому профессионализму и современным подходам к образованию преподавателей Высшей школы менеджмента. Мы надеемся, что вы и дальше будете прилагать усилия для развития нашей экономики и, в частности, активно участвовать в деловой жизни Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое, и я с большим удовольствием хочу вручить призы лучшим преподавателям Высшей школы менеджмента. И обязательно подборные аплодисменты, скоро экзамены. Итак, преподаватель кафедры государственного муниципального управления. На сцену приглашаю Иванова Андрея Евгеньевича. Еще раз аплодисменты. Кафедра информационных технологий и менеджмента. Жукова Софья Витальевна. Друзья, громче, громче. Кафедра операционного менеджмента. Дьячин Андрей международного и международного менеджмента. Германов Василий Константинович. Ой, я думал, он получит свой подарок отдельно. Кафедра финансового учета. Еще раз громче. Гарантия Татьяна Александровна. Еще раз аплодисменты. Татьяна Александровна.
кафедра организационного управления, поведения и управления персоналом. Денисов Александр Федорович. Александр Федорович, я думаю, получит подарок. И кафедра маркетинга. Здоров, Сергей Александрович. И громче, громче. Что, еще раз поздравляю от имени Павла Кокова всех преподавателей ВШМ. И еще раз полные аплодисменты вашим преподавателям. Друзья, теперь позвольте предоставить слово нашим преподавателям. Андрей Евгеньевич, вам слово. Друзья мои, вчера закончилась итоговая судебная аттестация на программе менеджмента здравоохранения, которую я руковожу. И вечером в ресторане, когда мы делились впечатлениями о том, что случилось за этот год, несколько человек, независимо друг от друга, совершенно неожиданно мне сказали, мы теперь не можем учиться нигде. Вот. И я счастлив, что эти люди, и вы тоже, никогда не перепутаете истину с фальшивым. Добрый вечер.
Хотела сказать тебе огромное спасибо, и для меня огромная честь, и, наверное, в 20 раз сегодня волнуюсь и получать эту премию. Первый раз я вышла на эту сцену 13 лет назад, ну не на эту, а когда все проводилось на переулке Декабристов, в нашем актовом зале, когда я была студенткой первого курса факультета менеджмента. Вы сейчас оканчиваете высшую школу менеджмента, которая является лучшей в Восточной Европе. И поверьте, что этот проект вырос с факультета менеджмента, тем, которым он был, даже когда я еще поступала, до того проекта, которым он является сейчас, нужна огромная сплоченная работа целой команды профессионалов. Профессионалов, преподавателей, моих коллег, наших замечательных сотрудников, которые нам помогают в офисах и различных подразделениях высшей школы менеджмента, наших замечательных корпоративных партнеров, которые сегодня также к нам пришли. Но все это мы делаем для вас, наши дорогие студенты. Мы вас очень любим и желаем вам всяческих успехов. Спасибо вам огромное. Дорогие преподаватели, спасибо большое за теплые слова. Пожалуйста, выходите в зал. Потому что наши преподаватели — это не просто профессионалы, это отличные люди, творческие люди. Это еще и люди, которые могут помочь в трудную минуту. Помогая нам, они учат нам помогать, нас помогать друг другу. Для тех, кто помогает другим, номинация. Рука помощи. Извините, я вижу, вы заблудились. Да, я сейчас студенческий кампус. Слышал такой, да. Я сейчас проходил какой-то конкурс. Да. Больше только студентов со всего мира приезжают сюда. Да. А насчет кампуса, да, я совсем недалеко. Я могу вас проводить. Я вам буду очень признателен. А вы первый раз сюда? Да, вы знаете, к сожалению, я здесь ничего еще не видел. Что ж, тогда я считаю, вам стоит узнать, что такое настоящий удар. Вы готовы это увидеть? Я в предвкушении, с радостью. Да идем. Пойдемте. And I'm feeling beneath the ball.
школа менеджмента уж точно, Катя. И для награждения победителя номинации «Рука помощи» мы приглашаем на сцену приз, предоставлен новой высокотехнологичной фитнес-сетью «Сусаня». Что приглашается на сцену? А на сцену, Катя, на сцену, видишь, это говорит о том, что у нас все из-за планеты. На сцену приглашается Сосоев Александр, директор по рекламе группы компании «Скульптерс». Александр, пожалуйста. Александра нет. Кать, ну тогда мы тогда с тобой наградим. Да, давай. Победитель в номинации «Рука помощи», к тому же эта номинация всегда была самой важной на факультете. Так, в номинации «Рука помощи» побеждают. Так. На первом курсе в номинации «Рука помощи» побеждает. Прекрасное место по названию ВШМ, и нужно становиться
чуточку мудрее. Спасибо. Всем добрый вечер, меня зовут Денис. И я только все поблагодарить всех парней, пожать им руку, потому что голосовали за меня, девчонок обнять и поцеловать. Остальным всем спасибо за то, что мы все здесь вместе учимся. И, честно говоря, я не припомню, чтобы я в основном было кому-то помогал, если честно, то у меня такое сложилось впечатление за это то, что в основном я как бы пользовался чьей-то рукой помощью, в общем-то. Но в целом спасибо вам большое. Посчитали меня достойной этой награды. Мне безумно приятно. Спасибо вам большое за эту радость. Я ценю вашу помощь и поддержку. Спасибо большое. Я хочу сказать, что я действительно рад, что победил в этой номинации. Значит, то, что я делаю, действительно кому-то нужно. Это здорово. И знаете, когда задают вопросы, значит, вверх начинаешь думать, ты сам много чего узнаешь. И я хочу поблагодарить всех преподавателей, которые проводят с нами бесчисленные часы консультации. Хочу поблагодарить всех моих друзей и коллег, которые мне оказывают помощь. И также за поддержку моих коллег. Спасибо. Друзья, у нас на самом деле здесь сегодня присутствует очень важный гость. Человек, пожалуй, без которого церемонии драйвера может быть, не было бы, который всегда помогает. Маргарита Евгеньевна, пожалуйста, на сцену. Маргарита Евгеньевна Кравченко. Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, уважаемые преподаватели, студенты, выпускники. Я на церемонии Дракера присутствую уже 9-й год, и с каждым годом становится интереснее эта номинация, более профессиональная, и каждый раз удивляешься, насколько талантливы наши студенты. Вы скоро заканчиваете нашу замечательную высшую школу менеджмента и вольетесь в дружный коллектив Ассоциации выпускников. Мы вас очень ждем, потому что вы будущее нашей страны, а когда такое будущее у нашей страны, когда вы такие замечательные, умные, красивые, то нашу страну ждет великое будущее. Спасибо. Спасибо, Маргарита Евгеньевна. Катя, на самом деле в Душеве много традиций. Время Драгера – одна из них. Но у меня есть еще и другие традиции. Осень и весну проводим кубок по футболу. Преподаватели, выпускники, студенты выходят из своих офисов, кабинетов и сражаются за заветный трофей. Я вижу, футбол очень важная часть студенческой жизни. Катя, поэтому следующая номинация особенно волнительна. Катя, я настолько волнуюсь, что даже расстраиваюсь, потому что в этом году мы опять проиграли. Значит, знаешь почему? Почему же? А потому что ты не играешь в наш курс. Если бы ты играл, то у конкурентов точно не было бы шансов. Зато я всегда болею за вас. А в этом году борьба была особенно неустойчивой. В финале весеннего кубка сразились команда выпускников и команда третьего курса бакалавриата. Со счетом 4-1 победила команда выпускников. Но все-таки мы отметились с четвертым курсом. А лучшим бомбардиром стал Владислав. Владислав Юрьевич Безбородов.
Добрый вечер. Спасибо за приглашение, за торжественный юбилейный вечер. Я, к сожалению, давно закончил уже свои институты, поэтому, к сожалению, мало знаю, что о вашем учебном заведении, но после того, что я услышал, оно, видимо, лидирующее в своей области. Я с этим вас поздравляю. А ребятам, поздравив их с победой, хочу пожелать и, скажем так, на пульсе сказать, что вот команда, и они побеждают. И чтобы было больше побед в жизни, сохраняйте команду, берегите себя, берегите близких, умейте дружить. И когда будете побеждать, не забывайте своих учителей благодарить.
учеба, люди, новые места. А какое впечатление, например, на меня произвела поездка в Нью-Йорк? Но все-таки ничего не сравнится с чувством возвращения домой. Любимый Петербург после такой долгой разлуки. Катя, как ты думаешь, наши эксченджеры испытывают то же самое? Ну, конечно. Ведь некоторых из них мы даже сегодня приветствовали на их родном языке. Так, вручать почетную статуэтку Дракера мы приглашаем Васильеву Евгению Андрееву, менеджера по подбору персоналу компании Sunbet. Thank you.
мы вчера сидели, с Аркашей думали, как же нам перейти к следующей номинации. Я вообще не знаю. Да, понимаю тебя, ведь она, пожалуй, для студенток является одной из самых желаний. Ну, хорошо, давай я тебе помогу. Вот скажи, ты курс менеджмента, ты хорошо слушал? Ну, было дело, 5 и иначе. Ну, тогда напомни мне, что должно быть в любой успешной компании? Как, Кать? Что за вопрос? Это видение, миссия и, конечно, цель. Вот, хорошо. А как по-другому это можно назвать? Ну, может быть, душа компании? Ну вот, Никита, а теперь представь, что мы говорим не о консалтинговой компании, а о компании друзей. В следующей номинации мы награждаем тех, кто на своем курсе душа, центр внимания. Номинация «Душа». «Душа компании». Привет. Привет. Почему ты стоишь один? Да я никого не знаю. Пошли, я тебя со всеми познакомлю. Ну, пойдем. Музыканты? Thank you.
лучшей компании. Не вопрос. Обращайся. Мы всегда тебе рады. Да, ребята. А награждать победителей в номинации «Душа компании» приглашается директор по маркетингу и продажам фитнес-центра «Ютон» Николай Кударянский. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно здесь сейчас стоять. Я дважды поднимался на эту сцену для получения премии «Дракера». И сегодня организаторы дали мне возможность вручить эту премию. Премия у нас называется «Душа компании». Мы, ребята, будучи говорили сегодня о компаниях. И да, это компания, это действительно не только, не столько, я бы даже сказал, цели, миссии, активы, бренды, интеллектуальные ресурсы. Я думаю, Женя Новикова, как HR-специалист Procter & Gamble, и мой хороший друг, согласится со мной, что компания – это в первую очередь люди, которые в ней работают. Я прошу вас сейчас посмотрите просто на тех, кто сидит с вами рядом. Это те люди, с которыми вы пойдете дальше. На их плечи вы будете опираться, когда пойдете дальше по жизни. Я очень хочу вам пожелать, чтобы вы не потеряли те отношения, те дружеские связи, которые у вас рождаются здесь, в ШЭМ. Сегодня здесь присутствует большое количество выпускников высшей школы менеджмента. И это очень приятно видеть, приятно осознавать, что когда бы ты ни пришел на вручение этой премии, ты всегда увидишь здесь знакомые лица. Я хочу, чтобы эта традиция никогда не заканчивалась. Спасибо большое. Давайте перейдем к вручению номинации. Итак, на первом курсе номинацию «Душа компании» получает Родионов Станислав. Спасибо вам всем, что вы рядом, вокруг, что вы такие потрясающие, что вы...
что я хотел бы сказать, ребят? Я хотел бы поблагодарить всех вас. Всех вас – это не только те, кто со мной учится, это также наши замечательные преподаватели, наш замечательный коллектив, наши выпускники. Это все те, кто создает замечательную атмосферу, которую мы получаем каждый день в нашей школе менеджмента. Ребят, честно, это были, пожалуй, 4 лучшие года в моей жизни, и я благодарен всем вам. Спасибо большое.
представителя нашей компании и хотел бы пожелать, чтобы высшая школа менеджмента была не только лучшей в Европе, но была лучшей в мире. И ваши выпускники, которые выпускаются из ваших стен, создавали бы здоровую конкуренцию, здоровую именно в нормальном понимании этого слова, всем работникам российских хороших компаний. А мы от компании «Трансойл» будем делать все, чтобы ваших выпускников увидеть в наших рядах и с вами дальше продолжать работу. Спасибо вам. Добрый вечер, господа. Хотелось бы выразить признательность организаторам мероприятия. Я думаю, этот праздник надолго останется в памяти как сегодняшних номинантов, так и гостей. И, конечно же, хочу сказать, что для компании «Вив Моррис» Жора действительно огромная честь выступать в этом году в качестве партнера номинации «Мечта». Добрый вечер. Приветствую всех собравшихся. На самом деле очень много правильных, как хорошо слово было сказано. Для нас, для Беларуси, каждая встреча с ВШМ и каждое возможное сотрудничество всегда ценна тем, что мы получаем возможность пообщаться со студентами, которые всегда представляют собой умных, сильных, сформировавшихся, интересных людей, которые имеют возможность развиваться и которые интересуются ростом и своим развитием. И буквально перед началом церемонии я узнал интересный факт, что к началу организации этого мероприятия бюджет, который был у ребят, он составлял буквально чуть ли не несколько тысяч рублей. И ребята смогли за короткий промежуток времени собрать бюджет и организовать такое прекрасное мероприятие, на котором мы сегодня находимся. И именно такие люди нужны Беларуси, и именно такие люди нужны бизнесу. Теперь награждаем наших победителей. Четвертый курс. Мечта работодателя. Юричко Екатерина. Катя сегодня не смогла прийти, за нее приз получит ее однокурсница. Аплодируем. 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 Аплодируем.
спасибо организаторам за то, что они нас собрали здесь сегодня. Мы знаем, как это может быть тяжело. И на самом деле хотела бы сказать просто несколько благодарственных слов. В первую очередь высшей школе менеджмента, не только за то, что нас поддерживала, за то, что она собрала нас всех вместе. Это здорово. И хотела сказать спасибо моей классной команде, которая, в общем-то, из-за которой все это и произошло. Спасибо, ребят. Я надеюсь, что мы с вами и дальше будем работать над чем-нибудь. И действительно, благодаря вам совершаются другие вещи. Спасибо. Я просто хочу напомнить, что ребята собрали лучших студентов со всей России и провели конференцию. Спасибо вам большое. Спасибо. Можете пройти в зал. Пожалуйста, не стесняйтесь, подходите ко мне, мы с вами сделаем все возможное.
для того, чтобы ваши идеи реализовать. Я буду очень рада вам помочь. Еще раз спасибо большое. Себе дракона прямо ко мне. Ну, четвертый курс, второй курс, третий курс, магистратура – это ваша награда. Я знаю, половина вам комитета сейчас переодевается, переобувается и готовит дальше дракера. Спасибо вам большое, ребята, это все ваша награда. Спасибо, Арина. Отлично. Леня, а мы? Продолжаем со следующим номером. Thank you.
он сейчас в Москве. Это Валерий Сергеевич Катькалов. Без него... И в России, в Восточной Европе и, пожалуй, лучшие в мире. Благодаря ему и команде «Амышлен». Ребята, спасибо большое, что были сегодня с нами. Опять шоу «Амышлен».